Следующая остановка. Какие-то остановки? Там же. Они с этой стороны будут из окна. Писай системку, смотри, 367-347. Штейман. Что-то там, Штейманы. Понял, благодарю. Пример. Ну, почти
Боже. Обоняй реально внутреннюю атмосферу с него. Внутренняя атмосфера. Okay, это выключение.
это на. Выходим, выходим. Выходим. Да, они ничего не говорят пока что. А, закрывайся. На свои места садись. Что? О, нас фотографируют, классно! Отлично, сейчас мы, наверное, поедем. Посмотрите, дорогие мои, это обстановка в трамвае. О, вы посмотрите. Блин, вот это можно было занести в качестве кадра. Ищем, ищите себя в шмандовках. О, стой, можно я тебе сфотографирую? Ну, типа, как ты фоткаешь? Сейчас, погоди. Вот так. Так, камеру. Ладно, если что, я это сделаю. Триста. Давайте мы будем динамиком. 300 уже давно на линии не было. Какой? 330 уже давно на линии не было. 330? Да, самое главное, что я LM мог купить, потому что LM был бы такой хороший. Welcome to the dungeon. Welcome to the dungeon. А, ну как у нас партия там еще одна? Ребят, вы только гляньте.
все это будет с пеной проходить по ладони. Ой, блин, это капец, конечно. Там еще. Или не будет. Мы что? Или не будет. Нет, не будет. Пенная вечеринка. Да. Не, она тогда просто как набить в том, тот раз пеной мыли. Интересно, почему пьесу выделили в отдельный канал? Еще в маске сидит. Да. Сказали, выходим через нижнюю часть вагона. Выходим. Вы обещали фотографироваться на фоне. Извините, пожалуйста, можете помахать ручкой? Не снимай начальство. Я понял. Я понял, простите, пожалуйста. Кто-то сказал Татры? Я сказал Татры. Прикинь, нам сейчас каждому по валидатору в руки вручат. Добрым! Лучше по флешке с Дубковым. Похлопаем, хлопаем, пацаны. Все вместе похлопаем. Хлопаем! Вы записаны? Да, записаны. Не семьей, три человека с одной... Я записывал. О, вы только посмотрите, какая книжка. Здрасте, здрасте. Снимаем. Вот это снимаете. Так, ты будешь с нами на СТТ-клуб? Ты будешь на СТТ-клуб? Ты будешь на СТТ-клуб? С вами. Так, давай ты один раз пойдем, чтобы на СТТ-клуб. Че? Просто сфоткаем тебя, да, и кто с нами вместе. Федя, надо Косафарова найти. Где Саня Косафаров? Вот он перед Саня, иди сюда. Этот начальник разрешил сфоткаться на фоне вагона. Нам нужен кто-то, кто может нас сфоткать на Федин фотик. Вертушка летит. Блин, а это самое веселое, да? Согласись, да? Ладно, всем можно выключать.